Донецкий аэропорт уже который месяц остается одной из самых горячих точек противостояния между подразделениями Донецкой Народной Республики и вооруженными силами Украины. Со вчерашнего дня идут разговоры об отводе украинских подразделений и опровержении этой информации со стороны киевских властей. Тем не менее, Министерство обороны ДНР заявило, что украинские силовики покинули территорию аэропорта Донецка, но отдельные группы пока еще находятся в его окрестностях. Чтобы избежать жертв со стороны украинских военнослужащих, ополчение дает возможность солдатам-офицерам беспрепятственно покинуть территорию.